дорогие друзья! Сегодня расскажу вам, как же быстро найти в аду древние обломки. Да. У меня давно, кстати, не было видео, теперь я его выпустил. Надеюсь, вам понравится. А так, для начала я покажу вам фейерверки. Это так, для красоты просто я делаю. Все, фейерверки окончены, теперь можно идти к делу. Я расскажу вам, и, наверное, вы сразу же зашли на мой видос, чтобы посмотреть, как же быстро найти древние обломки. Каждый знает, что древние обломки достаются очень трудно, но мы достанем их нормальной скоростью. Я не буду вам говорить про ТНТ, но вообще, в общем-то, тоже расскажу. Ладно. Расскажу вам, как быстро найти. Я уверен, что вам понравится это видео. Так что давайте начнем. Все, я телепортнулся, получается, тут. Я в этом биоме, да. Почему? Блин, ну мне почему-то... Вау, что это такое? Какая-то странная генерация. Слушайте, мне почему-то все время начинает попадаться биом дурацкий. Ох, лава. Ну, смотрите, первый способ – это искать плави. Как же это делать? Кидаем в себя зелье огнестойкости и прыгаем в лаву. Стоп. А что такое? Для начала мы видим так. Ну, я теперь расскажу вам чит. Делаем вот так вот, и тут мы стоим. Мы видим все. Мы видим, блин, все. Это реально топ. Скажите, это топ лайфхак. Так мы видим, блин, все. Видели? Это же супер лайф... Стоп, я что увидел там? Стой. Не, ну это сложно вообще. А ну-ка, давай. Опа. Не, ну вы поняли, получится, как это делается. Вау, это такой вот биом. Я этот, честно, вот этот синий, я не помню, как он уже называется. Редко сейчас. А теперь перейдем к способу еще посложнее. Способ очень скучный. Ну, а мы перейдем к способу, который вам очень понравится. И уверен, что вы сразу же сейчас влепите лайк. Лепите лайк, и тогда я его покажу. Я даю вам 3 секунды. 1, 2, 3. Все, вы молодцы. Это третий у нас способ. Это способ ТНТ. Он вообще идет на третьем месте у меня. На втором месте идет наши любимые способы под лавой. Пока это должно быть для вас такой первый способ, типа под лавой. Потому что вы еще не знаете самый топовый способ. Когда мы кидаем ТНТ, он делает дыры. И мы так можем потом скоро все это найти. Мы обставляем ТНТ. Ну, скажите мне, это же дорого. Но все-таки давайте посмотрим, сможем мы ли найти что-то интересное. Вставляем ТНТ и вверх. Взрыв должен быть довольно хорош. У меня сейчас... Меня лагает. Лагает. Мы хорошо потрудились. И, походу, мы нифига не нашли. Почему мне так редко эти вообще, блин, обломки встречаются? Ну, ладно, давайте тогда я покажу вам. Это очень трудно и долго. Это скучно все. Эти ТНТ расставляешь, поджигаешь. Блин, это реально, это нужно. Я это ненавижу. Берем вот так. Взрываем все. И нашли что-то. Нет. Нашли. Значит, это будет. Походу, мы должны так долго делать, как вы знаете. Это очень грустно. Игрокам это тоже должно быть скучно, как и вам. Я понимаю, это скучно и очень дорого, потому что вы можете потратить 100 ТНТ, даже стак ТНТ, стак это 64 для тех, кто не знает, стак ТНТ и найти шиш, то бишь нифига, и получить просто мусор, который потом придется идти и ложить. Мы поджигаем побольше ТНТ и валим. Просто опять лагает. Мы видим, что мы почти ничего не находим, поэтому... Я вам не советую. Господи. Да! О! Мы нашли древние обломки. Сколько тут их?
Вы издеваетесь? Слушайте, я нашел всего лишь-то один обломок, потратив столько долбанных ТНТ. Я реально скажу, это обидно. И это обидно. Очень сильно. Ну что же сделать, чтобы не тратить их, а? Я вас спрашиваю. И ответьте. У вас есть 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Напишите в комментах, если вы сразу же угадали. И обязательно этот пользователь обязательно попадет в следующее видео. Если вы... Только по правде, пожалуйста. Тогда слушайте все. Я надеюсь, вы догадались. За 5 секунд. Если вы не догадались, даже не вздумайте писать комменты. Тогда слушайте. Кровать. Ответ — это кровать. Незаметно ли? Странно. Кровать. В чем прикол? Она взрывается, если до нее дотронуться. Каждый это должен знать. Значит, что это значит? Значит, зачем мы тратили ТНТ и тупили? Потому что мы тупили. Ну, что тут еще сказать? Можно делать просто и легко. Почему бы нам такого не додуматься? Ставим кровать, взрываем ее. Ставим еще одну кровать и взрываем ее. Ставим еще одну кровать. И вот так до бесконечности. Так, мы потратим меньше всего. Если, конечно, вы злобите 6 овцы, и у вас... И вы не хотите сено находить, чтобы это все делать дело. Значит, я не знаю, что вам сказать. Значит, я говорю вам, вы никогда не найдете тогда вот древний облом. Рубин, давайте попробуем, сколько мы обломков теперь найдем. Найдем ли мы, получим ли мы шиш, или получим ли мы что-то интересное. Если честно, я думаю, что мы получим шиш, потому что древние обломки — это такая вещь, которую найти почти невозможно. Так, лаву мы убираем, чтобы, если что, было легче найти это все. Давай, уходи, лава. Нам нужны древние обломки. Ах ты, тут еще. Я говорю, лава — это для вас опасность, потому что даже не вздумайте копать под себя. Это для начала, я вам скажу. Потому что тогда это плохо. Давайте тогда начнем. Лавы уже нету, и начнем. Первая кровать, вторая, третья, четвертая, пятая. Но я, если честно, не хочу считать. Мы уже столько всего получаем. Но так мы и не видим. Говорят, что ТНТ лучше усваивается, потому что его можно запустить сразу же очень много раз. Да! Да, вы видели! Вы это видели! Стоп, стоп, сколько... Это три... Вы видели это. Я в шоке. Я в шоке, говорю. Я в шоке. Блин, я в шоке. Мы нашли 3! Вы понимаете, сколько это? За ТНТ мы нашли 2, а потратив кровати, мы нашли 3. То есть за ТНТ мы нашли 1, а за кровати 3. Мне кажется, это круто. Я думаю, вам это понравилось. И я говорю, используйте это. Это вам поможет. Ого. Это вам обязательно поможет. Копайте долго, конечно, это нудно, скучно, но все-таки результатно. Так что не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. Я уверен, что я вам помогу. И вы, да, вы найдете. Вы найдете эти древние обломки, которые всех бесят в охоте на них. Давайте. Все. А я вам желаю хорошего дня и удачи. Всем пока-пока.